Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале CityLux. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы представляем новую линейку встраиваемых светодиодных светильников. Они предназначены для подсветки определенной зоны вашей комнаты, коридора или любого другого помещения, где хочется расставить акценты светом и создать уют. На сегодняшний день в линейке точечных светильников CityLux представлены две серии направленного света. 001 Альфа в лаконичном современном дизайне и серии 042 Зетта в классическом дизайне, каждая в нескольких цветовых решениях, а также серия рассеянного света 003 Сигма. Светильники поставляются в фирменной упаковке. Такую коробку приятно держать в руках. На упаковке представлено описание основных характеристик, размеры и схема монтажа. Есть прозрачное окно, через которое мы видим дизайн и цвет светильника. Открываем упаковку. Внутри находится картридж, который дополнительно защищает изделие от возможных повреждений при транспортировке. В нем закреплен сам светильник и драйвер. Указаны параметры электросети. Светодиодный модуль мощностью 7 Вт встроен в светильник и рассчитан на весь срок службы в 50 тысяч часов. Блок питания для удобства монтажа имеет быстроразъемные соединения. Прилагается руководство с подробным описанием изделия и инструкцией по установке. Светильник. Конструкция выглядит аккуратно. Материал приятен на ощупь. Сборка произведена качественно, чувствуется, что в руках надежный товар. А гарантия в 3 года это подтверждает. В конструкции серии 001 использована поворотная голова. С ее помощью можно отклонить поток света в диапазоне плюс-минус 30 градусов. Это позволит подсветить часть интерьера, например, картину на стене. Обратную сторону светильника занимает большой алюминиевый радиатор. Это главный элемент, который влияет на долговечность светодиода. Для диодов очень важно, чтобы температура не поднималась выше 80 градусов. Именно по этой причине необходимо эффективно отводить тепло. Дополнительным достоинством этих серий является небольшая глубина встраивания, которая меньше, чем у любого варианта со съемными лампами. Обратим внимание на световую схему и конструкцию рефлектора. Он красиво выглядит визуально, и его форма рассчитана таким образом, чтобы поток яркого света подсвечивал интерьер, а для глаз был безопасен. Световой поток 550 люмен. Это заведомо больше, чем у светильников аналогичного размера с любой съемной лампой. Посмотрим на установленные светильники. Свет яркий и ровный. Когда смотрим на потолок со стороны, источник света не бьет в глаза. Включив для сравнения варианты со съемными лампами, мы видим, насколько больше они бьют в глаза и насколько меньше яркость их луча внизу. Подробное сравнение того, какой свет дают встраиваемые светильники, насколько он комфортен для глаз, можно посмотреть в видео по ссылке. При выборе светодиодного встраиваемого светильника необходимо руководствоваться не только внешним видом и ценой. Важно уделить внимание самой конструкции изделия. Мы рекомендуем выбрать вариант с хорошим радиатором охлаждения и правильно устроенной оптической схемой. Такой светильник обеспечит яркий и комфортный свет в вашем доме на десятилетия. CityLux. Чтобы свет был элегантным, комфортным и эффективным.